В этот раз в поле зрения проверяющих попал 40-й маршрут, один из самых востребованных у жителей Оренбурга. Но, как выяснилось, популярность еще не залог качества. От опытного взгляда инспектора не скроется ни одно нарушение, а за время поездки их набрался целый букет. Раз, два, три, четыре, пять, шестой. Пешеходная остановка его нарушал правильно, а там автобус полно, он не вместится с автобусом. Вынужденная остановка, там подальше от остановки. Это вынужденная остановка. У нас время ограничено. Получается, что закон – ничто перед строгой инструкцией от работодателя – соблюдать временной интервал. Вот и гонят доморощенные Шумахеры за прибылью, забывая обо всем на свете. В первую очередь – о безопасности своих пассажиров.